Воспитанники детской музыкальной школы, школы искусств и центра внешкольной работы Бролинского района выезжают в села, где выступают с концертами. Своеобразный творческий караван под названием «Онер Полкананда» уже побывал в селах Кентубек и Пугачева. Программа начала свою работу в прошлом году. Цель творческого каравана «Онер Толкананда» – сделать отдых детей полезным и познакомить сельчан с творчеством воспитанников организации дополнительного образования. В этом году данный проект нашел свое продолжение. Сначала юные таланты и их педагоги побывали в селе Кентубек. Мне очень понравилось прошедшее мероприятие. Здесь ребята играли на инструментах, исполняли песни и танцевали. Кроме того, была представлена интересная выставка. Мы в восторге от творчества талантливых детей. Никогда не бывали на таком концерте и не видели столько инструментов. На сцене царила неповторимая творческая атмосфера, в программе были разные танцевальные постановки, прозвучало много песенных композиций. Удивила и масштабная выставка детских рисунков. Такой арт-караван обязательно пробудит интерес к творчеству у детей отдаленных сел и откроет им путь к искусству, считают учителя. В нашу школу приехали учащиеся организации дополнительного образования Бурлинского района. Показали свои таланты. Это прекрасный творческий караван. Особенно понравилось, как владеют дети музыкальными инструментами – скрипкой, кобазом. Очень яркое впечатление осталось. Будем рады, если с такой программой к нам будут приезжать каждый год. Желаем педагогам и их воспитанникам творческих успехов. Далее караван отправился в село Пугачево. Зрители тепло приняли выступление талантливых школьников и выразили благодарность организаторам. Основная цель мероприятия – показать работу организации дополнительного образования и поддержать детское творчество. Сегодня мы завершаем программу. Наша главная цель – показать, какая работа проводится. Подводя итоги года, хочется отметить, что на селе не всегда есть нужные специалисты и инструменты. Поэтому мы показали, что есть у нас. Особое внимание уделяем пропаганде национальных ценностей. Творческий караван «Онер Толкананда» еще раз показал, как много у нас талантливых детей, которым нужно создавать условия для их разностороннего развития. Екатерина Шмидт, Марат Джумагалиев, Колыбек Акрап, телеканал «Акжаик».